Всем добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 22 апреля. Сегодня у моей Оксаночки день рождения, ей 9 лет. С утра уже посты разные сделала. Очень много уже было поздравлений. Мы сидели с Оксаной, читали. Но сейчас она ушла уже в школу. Я сейчас поеду скоро в город. Мне надо торт купить, потому что у нас тут старые торты. Еще с 11 числа лежат. Поэтому я поеду в город за тортом. На торт купить. Ребенка без торта оставить все равно как-то на эти дни рождения не так. Поэтому пойдем за тортом. Подарок у нас уже лежит, как вы знаете. Мы уже заказали, оно уже лежит. Все ждет Оксаночку. Осталось только торт купить и все, по сути. Спасибо большое всем за поздравления. Очень много поздравлений разных. В течение дня еще много будет. Потом Оксана придет, мы будем вместе с ней читать и отвечать всем. Огромное спасибо. Погода. Что у нас погода? Утром встала, 6:30 было минус 6. Сейчас погода у нас какая стала? Сейчас скажу, какая погода у нас. 1 градус всего. Всего 1 градус. Так что вот как-то так. Ладно, дорогие друзья, всем хорошего дня, хорошего настроения. У кого сегодня день рождения, я вас очень сильно поздравляю с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, успехов и всего-всего самого наилучшего. Всем хорошего дня. Ребята, мы с Катюшей приехали в город. Катя, скажешь, зачем приехали? Ну скажи. Короче говоря, мы приехали за кроссовками. У нас у Кати в школе утащили кроссовки. И она уже несколько уроков на физкультуру, тупо говоря, прогуливает из-за того, что... Хотя я учитель предупредила, что у нас украли кроссовки, пока не было возможности купить. И вот сейчас идем покупать. У нее поэтому несколько двоек по физкультуре стоит. Это уже не первая проблема со школой, когда вот так вот обувь уходит. Ну ладно, фиг с ним. Сейчас пойдем купим кроссовки, а потом пойдем торт покупать. Так что вот так вот. У нас еще снега много. Причем очень много снега. Тут вообще вот этот вот стадион. У нас тут тоже много снега. Мы сейчас пойдем в Три Семерки или на маслозавод? Хоть куда? Ладно. Ладно, пошлите с нами обувь выбирать. Оксаночка, Марина, тихо. Мы тебя хотим поздравить с днем рождения. Пожелать тебе счастья, здоровья, успехов и всего самого хорошего. Сейчас тебе надо загадать желание и задуть свечки. Ну давай быстрее. Молодец! Давай, Маша, дари подарок Оксане. Это тебе, Оксана, от всей нашей семьи. Подарок. Ну. Так. Сначала давай какой-нибудь карман один в портфеле открывай. Там у тебя их много. А что там в бусах-то? Посмотри, Оксана. Единорожка с цепочкой. А вторая цепочка, это серебряная. Цепочка, да. Ложи на стол. Дальше. Какой у тебя рюкзак волшебный. Ага. Показывай. Зефирка. Ну, ты со всеми, да, будешь делиться? Дальше, что это? Вафельки. Деру, жвачка. Шоколадка. Палочки такие. Вы такие не пробовали, да, еще? Все? Рюкзак тебе нравится? Да. Как ты и хотела? Ну, давай дальше. Там не все же подарки еще. Чокопай. Чокопай, да. Сейчас упадет тебе чокопай. Что там, Оксана? А ты какую хотела, это, Басика? Какого хотела? С единорога? Так открывай! Смотри, какой там, мы не знаем тоже там какой, Оксана. С единорогом.
Показывай всем зрителям. Не доставай, пока он там еще закрытый, там заделанный. Ну сюда покажи. Да? Ты довольна? Тебе нравится? Тут, Оксана, есть и от подписчиков подарок. Это сладости тебе подарили. И также вот от любимого Василька это басик. И от нашей семьи тебе серебро, цепочки и рюкзачок. Довольная? Все. Сейчас будем вот такой вот тортик кушать. Свечки только уберем. Свечки несъедобные или, Оксана, съедобные свечки? Нет? Да ты Нет. что? Ну ладно. Всем, у кого сегодня день рождения, также, да, Оксана, хотим поздравить. И пожелать всем счастья, правильно, что еще? Здоровья, успехов, правильно, молодец, доча. Ну все, с днем рождения, Оксана! Могу Ленину пожелали. Всем привет! У нас сегодня воскресенье, ой, суббота, то есть, фу, все, ребят, уже дни попутала. Короче говоря, я ездила в город, покупала яйца, да что, будем сегодня с вами куличи печь. А у меня ребятня вместе с мужем на территорию убирали всю мусор. Возле Тайсона должны были убрать. Сейчас, короче, посмотрим, что они там натворили. У меня муж уже унес пакеты домой. Я заходила, еще хлеб брала, да молоко. Сейчас покажу все покупки вам. И будем с вами стряпать куличи. В том году я этот рецепт уже пробовала, поэтому проверенный будем снова делать. Ладно, идем. Кто? Вот, тут и покопали даже песка, что ли, или что это? Тайсон копал. Прибрали возле Тайсона все. Все убрали? Поработали? Шапку натяни хорошо, пожалуйста. Уши открыты. Это что такое? Нет, пока я сейчас буду тесто ставить, чтобы им там не мешать. Где Ваня с Мариной? Дома, наверное. Дома, наверное? А как так? Вы все игрушки, все поубирали, да, чисто на территории? Все понятно. А там, вот, смотрите, там кот сидит посторонний. Смотри возле ко мне, видишь? Смотри, вот там кот сидит. Такой черно-белый. Все, убрали они территорию. Прибрались возле Тайсона. Теперь чистота, порядок тоже. Все, пойдемте, ребята, с вами куличи делать. У нас снег еще не растаял. Ну, вот здесь немножко полтаял, потому что тут теплотрасса к соседям идет, а у нас нету теплотрассы, как вы знаете. Ну, потому что отопление отключили от нашего дома. И у нас тут дальше снег. Тут тоже вроде все прибрали. Молодцы, чисто осталось вот мусор только загребсти и все. Так что все, идем стряпать. Ребята, у меня начали таять грядки. И смотрите, тюльпаны растаяли и подмерзли немножко. Ну, в целом, вроде тут чеснок у меня посажен. И один крокус зацвел. Видите, как они подмерзли, тюльпаны. Смотрите, что. Жалко и обидно. Вообще подмерзли. А тут еще снега. Соседи тоже так же еще снега очень много. И вот тут вот. И мы смотрели, у нас... Смотрите, как фундамент полетел нафиг. У нас какая-то крыса здоровенная в подполе завелась. Мы ее вывести никак не можем. И вот так вот грядки. Тут у меня клубника посажена, потом на обод. И вот снега еще много. Муж курей выпустил. Кури наши гуляют уже на улице. Петух. Это не Петруч, я сразу говорю. Это другой петух. Красивый. Владик, смотри, как он на Петруча сильно походит. Вообще прямо. Хотя он, надеюсь, не агрессивный. А то я сейчас пойду, он на меня нападет. Ты не агрессивный? У всех девочек с собой водишь, да? Все курочки. Уже на улицу начали выпускать их. Ой, господи, провалилась. Провалилась. А тут еще у нас снега, ребята. Непочатый край. Просто ужас, снега много. Тут тоже курочки гуляют. Тут мы навоз выносили. Эти срайки. Ладно, идем стряпать куличи. Так, ребят, съездила в город. Забирай, забирай эту чуду. Давай я сейчас ей сначала распечатаю, и дальше я пакетик покажу, что взяла. А, в целом. Сейчас, Вась, подожди, я твою найду, потому что я помню, что я взяла корм. У нас Майса совсем старая стала. И она не ест каши. Мы будем ей варить.
Так, подожди, курица, индейка, лосось. Вот лосось в желе. Это сейчас Васе дадим. И вот такой вот, короче, корм взяли, в холодильник надо положить. Дальше взяла 3 кусочка масла по 59 рублей. Попробую, потому что то, которое я брала, оно немножко подорожало. Ну, намножко подорожало. Вот это попробую для выпечки. Сейчас как раз будем Пасхи печь. Попробуем, посмотрим, что получится. Дальше вот такие вот перчатки взяла в огороде работать. У меня хоть и тряпичные есть, но в них неудобно. В магните взяла яйца куриные 10 штук по 69 рублей. Вторая категория, но они вот такие вот. Нормальные. 30 штук взяла, красить на Пасху самое то. Яиц. Яйца нужны и в выпечку надо. И так, масло взяла. Так, пакет пока сюда уберу. Потом дальше. Что еще в городе взяла? Кое-как дотащила до остановки, но муж меня тут встретил. Еще бутылку масла взяла. Еще бутылку масла взяла. Гречку по 89 пачка. Я взяла 2 пачки. Потом курица, вот курица с сахаром. Маша смешно, да? Говорю, курицу достаю сахар. Сахар по 85 рублей взяла, в другом магните уже брала. 3 пачки взяла. И взяла курица. Курица, конечно, по 149 или по 169. Что-то такое. То-то вышло кило 986. Это то, что я в городе взяла. Дальше. Здесь заходила в магазин. Взяла майонез, чтобы по-быстрому так. Селедку взяла соленую. Сегодня мы картошку отварили и селедку захотели. Так, потом изюм взяла, будем запекать. Кокосовую стружку взяла. Это пасочки. Будем украшать. У нас хотя есть какие-то уже разные украшения, но решила, пускай будет лишним не будет. Ну, там немножко ее. Но пускай будет еще запас. Она недорогая. Потом вот такое вот мясо взяла. Где-то суп сварить, где-то так поесть, где-то что-то. Что? Приношу свои извинения. Короче, вот такое вот мясо взяла. Дальше. Один огурчик взяла. Детям сегодня дам, разрежу и так дам. Хотела капусту взять, просто капуста гнилая была, поэтому не стала. Молоко. Здесь еще 2 литра молока. И 3 булки хлеба. Вот такие вот все в целом покупки. Больше ничего не брала, самое такое необходимое, что могла унести. Я ездила одна, потому что муж с детьми наводили уборку на территории. Я ездила поэтому одна, а одна я много не утащу, как вы понимаете. И машины у меня нет, чтобы везти все это на машине. Все, ну мясо вот, я знаю, что сейчас спросят, вот такое вот, грудинка, короче, это что у нас? Мясо, копченый продукт, коктейль, категория Б, охлажденка. Кунгур. Ну вот мы брали уже такое, деткам понравилось, поэтому я взяла, думаю, большой кусок надолго хватит. И изюма взяла немножко, тут грамм 300, может быть, меньше. Ну вот, конечно, изюм мелкий, очень мелкий, просто ужасно мелкий. Я сейчас постараюсь как-то вам показать. Но видите, вот такой вот мелкий, но пойдет, нам на выпечку с вами пойдет. Сейчас я замочу изюм и пойду быстренько попью чай. И будем с вами делать Пасху. Если интересно, оставайтесь со мной.